Друзья, всем привет, это Эко-колесо, мы в Новосибирске. Это набережная реки Обь. Сегодня у нас на обзоре электрический фэтбайк Эко-драйв V8S. 1000 ватт мощность мотора. Мощный, стильный, проходимый. Идеальные варианты для города и для загорода, да, для дачи, коттеджа, деревни. У нас тут прилетел самолет посмотреть на наш фэтбайк. Грузоподъемность велосипеда до 150 килограмм. Рама очень мощная, несмотря на то, что это алюминий. Мощная и в то же время легкая. Вес велосипеда около 30 килограмм. Со всем навесным оборудованием. Аккумулятор мы установили 48 вольт на 16 ампер часов повышенной емкости. Запаса его будет хватать примерно на 45-50 километров без использования педалей. При режиме езды 25-30 километров в час. Максимальная скорость около 45 километров в зависимости от веса. Вот мой вес 104 килограмма, я сегодня разгонялся на нем 106 километров в час. В комплекте идет еще багажник. Сейчас мы его не установили, но в принципе такая опция доступна. Есть передняя фара и задний габарит. Он здесь под сидушкой. Его можно включить и, соответственно, ездить по правилам по дорогам общего пользования. Вы видите информационный дисплей, скорость, пробег, заряд батареи. Значит, у велосипеда есть три режима езды. Можно ехать на ручке газа. Вот я нажимаю, он начинает трогаться. Можно ехать в режиме помощи электромотора, ассистент. У него 5 уровней помощи электромотора. При этом можно переключать передачи, 6 передач механических Shimano. Есть звонок, дисковые тормоза впереди, сзади. Вилка амортизационная с блокиратором. Можно ее заблокировать. Мотор, как я уже сказал, 1000 ватт, видите, вот здесь написано. Аккумулятор съемный, можно заряжать как на нем, так и снять, заряжать отдельно. Примерно 8 часов идет полная зарядка, 16 ампер часов. Вот. Широкое удобное сиденье для комфортной езды по бездорожью, да и в принципе по асфальту у вас ничего не будет уставать, будете ехать и наслаждаться видами. Вот такой вот велосипед. Пишите ваши вопросы в комментариях к данному видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это Эко-колесо, Новосибирск. Продолжаем знакомить вас с новинками электрического транспорта. Всем отличного настроения. Друзья, за электротранспортом будущее, поэтому присоединяйтесь.